Такую необычную презентацию музыкального альбома, кажется, не делал еще никто. Аня Лорак презентовала альбом «Остров» совместно с МТС Мьюзик, где также записала аудиогид по аптекарскому огороду. Ну, эта идея моему рекорд-лейблу принадлежит, и когда я это услышала, мне показалось это прекрасной идеей, потому что моя мама диктор радио, и я поняла, что тут не надо петь, тут надо говорить. Я пришла в студию, изучила текст, да, локация номер один. И я поняла, что у меня неплохо получается. И я как-то так вжилась в роль, что вот когда те, кто уже услышал там рабочую версию, вы когда услышите, вы поймете, что в принципе у меня еще есть одна профессия. Открывая аудиогид от Ани Лорак, вы сможете узнать все о самых красивых локациях аптекарского огорода и также сможете послушать новые песни из альбома «Остров», гуляя по красивым местам ботанического сада. Не могу дышать, не могу одна. Как же без тебя, где найти мне мой остров? Я могу бежать, только некуда. Ты найди меня и скажи, все вернется. Альбом писался около 2 лет, то есть накапливались песни. Некоторые композиции, конечно, в прошлом году, знаете, это когда накопилось внутри, я заходила в студию, забегала и накапливала прям с первого дубля, а потом, ну это был такой рабочий вариант, а потом я приходила, чтобы уже сделать профессионально вокал и, как сказать, уже настраивалась на запись, но каким-то образом мы все равно брали тот первый дубль. Сейчас певица также записывает новые треки и хиты и задумывается над новым большим шоу, ведь с ее грандиозного шоу «Дива» прошло уже 5 лет, так что поклонников совсем скоро ждет что-то еще более масштабное и красивое.